Медиагруппа «Авангард» представляет. Ну и начнем мы нашу сессию сегодня тогда с моего доклада. Называется он «Тренды и ключевые особенности современных угроз информационной безопасности информационного пространства Российской Федерации». Пару слов о том, как родился на самом деле этот доклад. Отрасли новые реалии. Когда программный комитет собирался, вот определили, что надо, да, сделать такую сессию, что надо рассказать, донести, а вообще, а что же изменилось? Мы не встречались очно уже там год, фактически, куда же мы идем, куда движемся? Ну и в тот момент, когда собирались с программным комитетом и формировали нашу программу, в общем-то, возникла потребность посмотреть, а что же в целом происходит с точки зрения информационной безопасности информационного пространства Российской Федерации и конкретно в отношении современных угроз вот этой самой информационной инфраструктуры. И целью этого выступления является проинформировать вас об основных трендах угроз безопасности информации, ну и рекомендации по противодействию им. В нем, в этом докладе, мы опираемся не только на нашу собственную статистику НКЦКИ. Значит, мы взяли аналитику, мы подвергли анализу данные Финцерта, как отраслевого центра госсобка в кредитно-финансовой сфере, данные некоторых отечественных компаний, о них там чуть ниже вы увидите, которые проводят и предоставляют в открытый доступ, ну, свои исследования в части техник, тактик и процедур, используемых злоумышленниками. В рамках выступления мы посмотрим на те тренды, которые мы выявили в рамках нашего такого мини-исследования, ну, вот в части интенсивности компьютерных атак, как раз техник, тактик, процедур злоумышленников, целей компьютерных атак злоумышленников, на что направлены, скорости их выявления, ну и ключевые вектора реализации этих компьютерных атак. Ну и поскольку мы в рамках своего исследования использовали, так скажем, разные отчеты различных компаний, которые объективно используют различные подходы в подведении своих, ну, в своей аналитике, в своей статистике, да, у них отличаются методологии какие-то расчетов, то для унификации мы решили исходить вот из следующего. Но поскольку разные компании используют, не то что используют, даже разные определения компьютерного инцидента, поскольку он определен, да, как ни странно, в 187-м законе он задан, терминологически понятие компьютерного инцидента определено. Значит, ну, разные компании по-разному понимают, а какое событие следует относить к компьютерному инциденту. Ну, поэтому мы решили оценивать динамику развития компьютерных атак и компьютерных инцидентов из года в год. Во-вторых, различные компании используют разные подходы к расчету долей техник, тактик и процедур, которые используются злоумышленниками. Поэтому мы решили учесть несколько топовых позиций среди их статистических данных с объединением в некие логические группы. Чуть ниже продемонстрирую. И в-третьих, поскольку к моменту подготовки вот этого нашего выступления от компании были доступны отчеты за различные периоды, как ни странно, ну, видимо, связано тоже с внутренними какими-то процессами подготовки аналитики, то мы были вынуждены ограничиться анализом динамики, ну и различных тенденций. Представленные в настоящем докладе результаты получены на основе проведения анализа отчетов, аналитических отчетов, как я уже сказал, наших НКЦКИ, ежегодный отчет Финцерт Банка России в части выявления отдельных трендов в кредитно-финансовой сфере, а также компании, представленных на слайде здесь, Ростелеком, Solar Security, да, Касперский, лаборатория Касперского и Positive Technologies. Значит, у Positive это ежегодный отчет по актуальным угрозам, у лаборатории Касперского это статистика, их статистика выявляемых угроз, их аналитика, ну и Ростелеком Solar, аналитика центра мониторинга, как в части статистики инцидентов, обрабатываемых их корпоративным центром госсобка, ну и так в части их отдельных аналитических исследований каких-то компаний. Таким образом, в принципе, если посмотреть вот на этот охват,
если немножко погрузиться внутрь отчетов и понять, какие же зоны, так скажем, мониторинга охватываются этими компаниями, то, в принципе, можно сказать, что наше вот это вот мини-исследование, полученные эти результаты нашего мини-исследования, могут претендовать на составляющие, вполне объективную картину угроз безопасности информации информационному пространству Российской Федерации. То есть, в принципе, выборка достаточно репрезентативная. Ну, теперь к основным результатам, собственно. Динамика развития угроз безопасности вот отражена на данном слайде. Сейчас это статистика в части изменения компьютерных атак. Лаборатория Касперского стоит отдельно, поскольку, в общем-то, оперирует понятием в большей степени это вредоносного программного обеспечения. Но если посмотреть в целом на тренды, на динамику, то видно, что фиксируется существенный ежегодный рост в целом компьютерных атак по всем направлениям. Значит, у Финцерта идет снижение, чем статистика объясняется. В первую очередь тем, что Финцерт за последние годы провел достаточно существенную большую работу с правоохранительными органами в части расследования инцидентов. Но, как будет там дальше показано, говорить о том, что кредитная финансовая сфера более неинтересна сейчас злоумышленникам, ну, к сожалению, это не приходится об этом говорить. Ну и выделяющаяся отдельно, как я уже сказал, статистика лаборатории Касперского, фиксирующая общее количество выявлений ВПО в рамках работы глобальных серверов компании. То есть вот в эту статистику в том числе включена и международная статистика лаборатории. Здесь за этими несколько падающими показателями стоит на самом деле снижение количества отдельных угроз, таких как фишинг там, и массовые вирусные спам-рассылки. В совокупности с указанными вот этими цифрами, в принципе, это может косвенно свидетельствовать о частичной или временной смене фокуса злоумышленников на атаках на корпоративные системы, ну и переходы к другим способам воздействия на граждан. Телефонное мошенничество, как вы знаете, сейчас получило мощный толчок, особенно в период пандемии. Тем самым тоже объясняется несколько падающей статистикой Финцерта. Далее, на что хотелось обратить ваше внимание, так это на распределение угроз безопасности по отраслям. Мы попытались свести их с точки зрения сфер деятельности, определенных 187-м законом, объединив их в некие логические группы в рамках отдельно взятых аналитических отчетов представленных компаний. Взяли топ-5, собственно, объективно. Здесь видно, что в топ всех исследований попали органы госвласти, компании сегмента промышленности. Ну, у Ростелекома вот выделено отдельно сегмент ТЭКа, в принципе, объединяемый с той же самой промышленностью. Да. Ну, также есть некие разночтения в плане, ну, казалось бы, да, разночтения, там то же самое здравоохранение, связь, некая наука, образование. Чем это вызвано? Мы это связываем исключительно с разными... Ну, с разной клиентской базой, с разной направленностью работы этих компаний. Различная зона покрытия. Но, тем не менее, у всех, во всех этих отчетах можно выделить четыре отрасли, четыре сферы экономической деятельности с наибольшей зоной риска, так скажем. Особый интерес злоумышленников у нас продолжает оставаться в органах госвласти, госсектор. Это промышленность. Это финансовая отрасль и здравоохранение. Но не надо думать, что вот это только оно. Предыдущий слайд показывает, что устремлением злоумышленников на самом деле являются все. Вот это просто топ-4, которые мы выявили по анализу имеющихся в нашем распоряжении отчетов. Усилия надо прикладывать каждой организации на самом деле. Далее основные... Остановимся на основных техниках, тактиках и процедурах, используемых злоумышленников. Значит, если выделить следующие основные этапы реализации компьютерной атаки, как то этап проникновения, закрепления и перемещения, ну, в первую очередь, чтобы от них отталкиваться. Значит, этап проникновения определяет первичный вектор компьютерной атаки, в принципе, и определяет уязвимую точку.
в информационной инфраструктуре для дальнейшего развития атаки, для дальнейшего проникновения. У всех абсолютно, вот, собственно, все сводятся к этим этапам. Да. Противодействие активности злоумышленников на этом этапе требует достаточно серьезного внимания, поскольку чем больше удается усложнить злоумышленнику возможность проникновения, тем выше шансов, что он может вообще отказаться от своей цели. Ну и прекратить атаку из-за ее экономической нецелесообразности. Второй этап – это этап закрепления в инфраструктуре, когда атака уже была достаточно уже успешной. Является одной из самых важных с точки зрения детектирования, потому что в случае успешного закрепления дальнейшая работа по противодействию, развитию этой атаки, она становится все более и более трудоемкой, все более и более затруднительной. По факту вот это точка возникновения компьютерного инцидента, то есть на границе между проникновением, да, и в начале закрепления. Это та самая точка компьютерного инцидента. Ну и третий этап, по сути, перемещение по инфраструктуре. И наш опыт реагирования на компьютерные инциденты показывает, что если злоумышленникам удается реализовать быстрое и беспрепятственное перемещение по инфраструктуре, то последствия в виде различных деструктивных действий могут наступать крайне быстро и нести очень и очень серьезные последствия для компании. Что касается векторов проникновения, по разным отчетам на слайде они представлены, несмотря на различия в подходах к формированию, к названию некоторых, да, векторов проникновения у различных компаний, у всех фиксируются общие тренды. Значит, фишинг и ВПО, по сути дела. Немалая часть фишинговых атак содержит в себе вредоносное программное обеспечение. В свою очередь, собственно, почтовый канал сейчас является одним из самых популярных способов доставки вредоносного программного обеспечения в инфраструктуру. Вот этот использованный термин «хакинг» у Positive Technologies, да, по сути, объединяет различные аспекты атак и концентрируется как раз на преодолении периметра. Соответственно, можно отметить следующее. Значит, у нас не теряют актуальность компьютерные атаки, направленные на внешний периметр, исходя вот из этой статистики. Причем как в части эксплуатации различных уязвимостей внешнего периметра, так в части и подбора пароля, просто доступ в лоб по существующим данным аутентификационным. Это стало сейчас особенно актуально, приобретает особенно актуальный вид в связи с пандемией у нас и массовым переходом на удаленную работу. Компания у нас вынуждена, организации различные, открывать удаленный доступ к различным сервисам в сети интернет. Высокую частность демонстрируют атаки на веб-приложения. Соответственно, количество сервисов, которые организации публикуют в открытый доступ, вот этих веб-сервисов, оно вырастает каждый год. К сожалению, вынуждены констатировать, что качество разработки вот этих веб-сервисов, веб-приложений, вот в погоне за цифровизацией, о которой в том числе говорили у нас на пленарной дискуссии, вот в части информационной безопасности зачастую оставляет желать лучшего. И даже настолько оставляет желать лучшего, что компенсирующие меры в лице системы защиты веб-приложений не могут даже целиком устранить вот угрозу атак на веб-приложения. И ежегодно растущим трендом остаются фишинговые атаки, и социальная инженерия. Сотрудники компаний, всех компаний без исключения, продолжают оставаться уязвимым активом всех организаций. Ну и вопросы повышения их уровня киберграмотности с каждым годом становятся все более и более актуальными. Таким образом, два объединяющих тренда в глобальном плане – это преодоление периметра и социальная инженерия. То, что является сейчас актуальным, и мы прогнозируем, что это будет оставаться и в будущем. Помимо общих трендов важно отметить несколько быстро растущих векторов атак в рамках всех компаний. Ну и отдельно у нас есть компании кредитно-финансовой сферы. Атаки через подрядчиков, supply chain, приобретают все более и более
широкое распространение. Потому что сами, если мы говорим о субъектах КИИ, более-менее начали. Нормативка подтолкнула, обязанность подтолкнула, начали заниматься вопросами безопасности. Те, кто ощутил и осознал самостоятельно риск своим активам, начал заниматься вопросами безопасности, вопросами защиты своих информационных ресурсов. Но, к сожалению, из поля зрения сейчас выпадает у многих. Это выпадает безопасность их подрядчиков, которые имеют по той или иной причине подключение, удаленное подключение к их инфраструктуре, либо возможность удаленного доступа к их инфраструктуре. Вот эту динамику мы фиксируем последний год очень активно на территории Российской Федерации в части органов. Например, в частности, вот в рамках органов исполнительной власти мы опубликовали совместный отчет с Ростелеком Соларом. Там наглядный пример атаки через подрядчиков был. Причина использования вектора, этого вектора профессиональными группировками, достаточно понятна. То есть, к сожалению, вот эти все подрядчики очень редко заботятся о своей безопасности, ну, поскольку им не в силу закона, не в силу там, я не знаю, своих каких-то внутренних причин, они не хотят, не могут, не желают уделять достаточно внимания вопросам безопасности. То ли профиль другой, то ли еще какие-то причины. Вопрос остается за скобками. Их инфраструктуры крайне уязвимы, достаточно легко на самом деле ломаются. Ну а дальше любой атакующий, захватив эти ресурсы подрядчиков, получает просто легитимный уже доступ. Ну, для него он не легитимный, безусловно, но по легитимным каналам получает доступ к целевой инфраструктуре фактически. Атаки эти очень сложные. И сложные они в выявлении и взаимодействии с подрядчиками стоит уделять особое внимание. Потому что обнаружить нелегитимный доступ в легитимном канале, сами понимаете, достаточно трудоемкая, ресурсозатратная задача. Стал развиваться теневой рынок продажи доступов различных. Кого-то не интересует нахождение в самой инфраструктуре, кого-то интересует извлечение прибыли просто для предоставления доступа к этой инфраструктуре. Поэтому желающим получить доступ уже даже не надо утруждать себя, тратить силы на проникновение. Достаточно просто зайти на соответствующие ресурсы, поискать, что тебе надо, и получить доступ к этой инфраструктуре. Приобретает все больше и больше распространение именно сервисная модель, когда вот результаты атаки одной из группировок, одних злоумышленников становятся доступными для использования другими на коммерческой основе. Ну, в рамках финансовой отрасли, отдельно выделенной по отчету Финцерта, это отдельный тренд является более глубокая проработка исследования банковских систем дистанционного банковского обслуживания со стороны злоумышленников для разработки более точного инструментария для реализации атаки. Это им позволяет реализовывать атаку быстрее без получения каких-либо привилегированных доступов непосредственно к целевым системам. Способы закрепления в инфраструктуре. К сожалению, данная информация далеко не всегда доступна. Ну, в открытом доступе по понятным причинам организации тоже стараются не раскрывать выявленные методы для того, чтобы иметь возможность как можно больше обнаруживать злоумышленников, использующих те или иные методы, чтобы нового ничего не появлялось. Но из имеющихся в открытом доступе данных можно выявить общие закономерности. Во всех имевшихся в распоряжении для анализа отчета у нас присутствуют механизмы автозагрузки и встраивания в системные службы как одни из наиболее удачных способов, собственно, проникновения. Говорит о том, что выявлению таких техник стоит уделить особое внимание. Топ-2 фактически. Но при этом не стоит оставлять вне контроля и другие способы. Те же самые планировщики задач, которые продолжают оставаться достаточно популярным. Внимательный контроль за учетными записями, ну и другие чуть более специфичные вектора атак. Аналогично, в принципе, едины в выводах аналитические материалы и в части перемещения. Отсутствие полноценного управления уязвимостями в большом количестве организаций по-прежнему позволяет злоумышленникам использовать уязвимости протоколов и SMB, и RDP для перемещения. Высокую популярность имеет просто использование удаленных служб,
сразу после получения привилегированных учетных записей. Таким образом, атаки злоумышленников после закрепления могут развиваться практически беспрепятственно, захватывая все новые и новые узлы инфраструктуры. Для того, чтобы снизить риски такого быстрого перемещения злоумышленников и возможной автоматизации последствий, всем без исключения рекомендуется уделять внимание первоочередным базовым мерам. Да, наверное, практически любой из вас может сказать, что ничего нового на этом слайде не представлено. Но не поверите, из того, с чем мы просто сталкивались, очень многие как раз этого и не реализуют. Это та база, которая позволит, в принципе, на начальном этапе отсекать достаточно много, ну, хотя бы типовых каких-то векторов атак, достаточно простых, легких. И уделять этому надо особое внимание, просто не игнорируя, говоря о том, что это там какой-то, может, возможно, прошлый век, я не знаю, что ничего нового, что ничего действенного. На самом деле, вот эти вещи достаточно актуальны. До сих пор существуют пароли, которые подбираются чуть ли не за 10 попыток. До сих пор пароли хранятся на рабочих столах, там, в открытом, в текстовом файле для удаленного доступа. До сих пор не устанавливают критические уязвимости. Сейчас скажу, с 2017 года до сих пор гуляют уязвимости, на самом деле. Вся вещь вот эта актуальна. Это база. Дальше надо смотреть. Дальнейшие слайды у нас посвящены целям атак. Значит, мы их рассмотрели с точки зрения потенциальной выгоды. Два аспекта. Потенциальная выгода для злоумышленника и цель атак в плане узлов инфраструктуры. Вот на этом слайде видно, что ключевыми целями остается кража данных, ну, получение данных, хранящихся, обрабатываемых в организации. Вот. И финансовая выгода. Но стоит повторно обратить внимание, что организация может стать жертвой атаки не только по причине собственности, ценности своих собственных данных, ну или возможности какой-то быстрой монетизации. Значит, она может быть целью, как с точки зрения формирования плацдарма для дальнейшего развития атаки на другие цели, на другие организации, либо за счет использования ее, собственно, ресурсов и формирования атаки через цепочку поставок. В части узлов остаются в топе контроллеры домена, армы администраторов какие-то, да, и армы руководителей, по сути, организации. То есть те самые места, рабочие места, да, те самые сервера, с помощью которых, через которые можно получить доступ с высокими привилегиями, по сути. В случае кредитно-финансовой сферы у нас в первую очередь идет речь об узлах, обрабатывающих финансовую информацию, и которые могут напрямую использоваться для целей монетизации злоумышленников. Теперь хотелось бы обратиться к несколько иной статистике и к печальным следующим выявленным трендам. Значит, насколько быстро компании выявляют факты компрометации своих узлов, то есть насколько быстро они выявляют, что у них есть, собственно, компьютерный инцидент, уже произошел. И эта статистика, к сожалению, не очень утешительна. 3-4 недели – это средняя медиана, которую по вот этой представленной информации в отчетах, то, что видно. Но при этом есть упоминание о том, что злоумышленник находился в системе до 3,5 лет. Теперь представьте, что в принципе можно там за 3-4 недели сделать в системе. Полный контроль над инфраструктурой для чего угодно. Да? Если мы говорим об внутренних процессах организации, то в принципе за это время, если говорить о бизнес каких-то процессах, наверное, за это время уже готовый продукт может быть выведен на рынок. Срыв, пожалуйста, негативные последствия, срыв вывода нового продукта на рынок. Проведение 2-3 обновлений прикладных или бизнес каких-то процессов, бизнес-систем. За это время может быть переработана общая или частичная стратегия развития компании. А что такое украденная стратегия развития компании на следующий год, в момент ее принятия, когда целый год ее принимали? К чему я вот это все говорю, коллеги? Для того, чтобы не надо думать о том, что негативные последствия надо оценивать там в виде какого-то прямого ущерба.
надо говорить в принципе о негативных последствиях, даже косвенных, или которые могут наступить в результате тех или иных действий злоумышленника потом. Прямого, наверное, ущерба нет, да, если какую-то там стратегию у вас возьмут, украдут и пойдут вашим путем. Но, наверное, в будущем, с точки зрения экономики, с точки зрения получения прибыли, выгоды компании, наверное, это аукнется достаточно сильно. Именно поэтому мы призываем, в очередной раз призываем всех вас о том, что необходимо особое внимание уделять процессам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Поскольку потенциальный ущерб, вот не люблю я это слово, да, ущерб, потому что его действительно надо оценивать, это такое слово все-таки юридическое больше, но потенциальный вот этот ущерб для функционирования компании и ее бизнеса, он может быть крайне существенным. Некоторые компании, наверное, в принципе могут и не встать потом из этого лежачего положения. Общие выводы по результатам анализа вот этого нашего мини-исследования, которое напрашивается, продолжает оставаться актуальным увеличение сложности инструментария, который применяется злоумышленником. Это мы видим, собственно, от инцидента к инциденту, к сожалению. Успешно эти инструменты скрываются от системы мониторинга. Они маскируются под легальные какие-то процессы, под легальные приложения. Существенно продолжает сокращаться время получения доступа к инфраструктуре за счет использования любых там векторов атак. Вот это существенно сокращенное время, оно затрудняет, соответственно, оперативное и полноценное реагирование. Если 3-4 недели злоумышленник уже находился в системе, то, в принципе, за 2 недели, как его обнаружили, да, то за 2 недели можно вынести все, что надо ему вынести, и замести свои следы, и никто его не обнаружит. Время. Ну и также использование крайне сложных для выявления в современных условиях векторов атак. О чем я говорил, актуальность supply chain, атаки через подрядчиков, легитимно образованный канал. Адекватным, собственно, ответом вот этим всем угрозам является качественная и эффективная организация процессов обнаружения, предупреждения, ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты непосредственно в каждой организации. И что наиболее важно, это полноценная, полнофункциональная работа государственной системы обнаружения, предупреждения компьютерных атак в целом, как единой системы, элементами которой мы все с вами являемся. То, о чем мы говорили на нашей второй дискуссии. Коллеги, спасибо за внимание. Значит, я передаю слово Елене Торбенко в СТЭК. Так, спасибо. Добрый день, коллеги. Рада, что мы смогли собраться с вами и поговорить о проблемах насущных, которые готовят нам изменения нашей отрасли. Итак, диджитализация ваших бизнес-процессов приводит к тому, что не только увеличиваются плюсы для вашего бизнеса, увеличивается его эффективность, скорость реализации процессов, но увеличиваются и возможности нарушителей по изменению, внедрению вашей системы в целом, о чем Сергей сейчас вам рассказал, и что является, к сожалению, является лейтмотивом всего этого форума, да? Поэтому синергетика наших с вами совместных усилий, ваших усилий, усилий ваших подразделений, она должна только увеличиваться, да, пропорционально возможностям тех злоумышленников, которые пытаются нарушить функционирование, штатное функционирование ваших систем. Об этом мы говорим уже не первый год, в том числе и на площадке этого форума. Но пока что мы говорили с вами гипотетически, мы рекомендовали вам реализовывать требования. И вот, наконец-то, в соответствии с законодательством пришло время, когда СТЭК России приехала к ряду субъектов критической информационной инфраструктуры с государственным контролем. Да, время пролетело с 1 января 2018 года, когда вступил в силу федеральный закон номер 187, очень быстро. И вот мы уже можем говорить о тех трендах, которые мы видим по результатам госконтроля, да, о тех типовых, наиболее распространенных ошибках, которые достигаются, делаются субъектами, в том числе и вами. Но сначала давайте парочка слов о государственном контроле. Да, что же это такое?
Итак, это оценка выполнения требований законодательства в области АБКИ. Государственный контроль проводит СТЭК России, проводит его на плановые и внеплановые основы. Да, для внепланового должно что-то случиться страшное с вашими системами у вас, да, чтобы мы к вам приехали. На плановой основе мы приедем к вам через 3 года после внесения ваших систем в реестр. Да, то есть, когда они станут значимы, им будет присвоен реестровый номер значимого объекта. Соответственно, после этого через 3 года отсчитываете и, возможно, упадете под госконтроль в СТЭК России. Нас спрашивают, а кто же попадает под госконтроль, ждать вас или не ждать? Значит, соответствующих субъектов в начале года, к которому мы приедем теперь уже в 2022 году, мы уведомим, да, как это мы сделали в свое время в 2021 году, тем субъектам, к которым мы уже приехали. И, соответственно, по результатам проверки мы зафиксировали ряд нарушений, составили акт, а субъекты составили план по устранению этих нарушений. Могу сказать, что нам повезло. В этом году мы ездили к организациям, которые достаточно зрелые в плане информационной безопасности, и мы не увидели ничего страшного. Но, к сожалению, тенденции все-таки все еще продолжаются, да, те, о которых сейчас расскажу. Итак, что же мы проверяем? Мы проверяем, во-первых, выполнение требований 128-го постановления правительства, как фактически откатегорировался субъект, и выполнение требований законодательства, да, ну, к примеру, да, 235-го и 239-го приказа. Итак, прежде всего, приехав к вам, мы посмотрим, а вы выполнили ли все требования, правил категорирования, которые утверждены постановлением правительства? Что мы увидели? А мы увидели о том, что, оказывается, чаще всего в категорировании участвуют только подразделения по информационной безопасности. Ну, не может безопасник правильно оценить экономический ущерб. Не может безопасник правильно оценить, а что же будет, если встанет та или иная система. Пример последствий. Это нашумевший в этом году Colin Pipe. Да, встали бизнес-системы, в итоге промышленные системы в Америке не качали топливо, да, и начался кризис, существенный кризис. Да. Вот оцените, пожалуйста, что же случилось. Ни один безопасник просто так не скажет, что все будет плохо, мы потерпим миллиардные ущербы. Ни один инженер тоже не скажет, он всегда говорит, у нас все будет хорошо. Все наши системы будут работать, ничего не случится, если что, мы возьмем молотки и пойдем работать руками или лопатой, в зависимости от отрасли. Так вот, как вы откатегорировали? Все ли вы системы рассмотрели? Очень часто мы приезжаем на предприятие и видим, что не все системы рассмотрены. Да? Почему-то, по каким-то неведомым причинам, промышленные системы, системы цифровых двойников, если мы говорим о разработке, системы конструкторской документации, были исключены из рассмотрения. То есть даже комиссия по категорированию, которую вы все создали, которая должна была сделать свое заключение и сказать, что эти системы подлежат категорированию, эти не подлежат категорированию. Она даже не посмотрела на эти системы по неизвестным, по загадочным причинам. Да? А если, напоминаю, у вас производство, и неправильно чертеж пойдет в обработку, и ваши, ну, к примеру, станки будут неправильно работать, да, или вы неправильно создадите систему какую-то промышленную, информационную, то, естественно, ущерб вашим бизнес-процессам может быть огромным. Да? То есть не забывайте, пожалуйста, вот о тех системах, которые обеспечивают ваши процессы. Да? Не буду проводить плохие примеры, которые не так давно случились, но тем не менее. Очень часто мы видим, что откатегорировали системы, все представили, все правильно, очень хорошо, но приезжая на предприятие, мы вдруг понимаем, что вот то, что представили во ВСТЭК России, оно не соответствует реальному состоянию дел. Не те контроллеры, не та архитектура системы. То есть вы провели неправильное категорирование и обманули тем самым и нас, и коллег из НКЦКИ. А если придет какая-то информация, что нужно вас будет уведомить о том, что какой-то новый Петя, Миша ходит, да, связанный с теми или иными системами, как мы вам это расскажем, если мы не знаем, что у вас есть те или иные технологии? Умышленно было сделано, неумышленно – это следующий вопрос. То есть вывод. Одно из замечаний, что не уведомляют СТЭК России о том, что либо произошли какие-то изменения в системах, да, либо просто неправильно нам говорят, неверно говорят о существующих системах. Ну и плюс не забывайте, коллеги, что если вы приняли решение о создании того или иного объекта КИИ, а все информационные системы, да, вспоминаем, они являются, и АСУ, и ТКС являются объектами КИ, вы должны произвести предварительное категорирование этих систем и также направить сведения в СТЭК России, о чем нам и гласит правило категорирования, утверждено 128-м постановлением правительства. Да, то есть вот какие проблемы мы видим уже на местах, на предприятиях, когда мы приехали, стали общаться с теми людьми, которые категорируют. Да, до этого мы только, как правило, общаемся со сведениями, которые вам представили, да, мы их смотрим, рассматриваем, задаем дополнительные вопросы. Итак, разобравшись с системами, которые подлежат категорированию, мы переходим к тем системам, которые вы уже откатегорировали.
да, и смотрим, а правильно ли вы реализовали требования, создали систему обеспечения безопасности ваших объектов. Мы считаем, что 3 года для создания системы, это вполне достаточно, да, чтобы внедрить те или иные необходимые технические меры, организационные меры и подготовить людей. Потому что система обеспечения безопасности – это что? Да, напоминаю, это написано, было написано всегда и теперь написано в наших документах о том, что это люди, документы и технические меры обеспечения безопасности. Вот эти 3 составляющие и рассматриваются в ходе государственного контроля. Поподробнее о проблемах с каждой из этих составляющих. Итак, люди. Ну, прежде всего, проблема с тем, что почему-то не хватает людей, которые отвечают за обеспечение безопасности на предприятии. Да? Как я уже неоднократно говорила, не может один человек бегать по 1000 объектов, не заведенных в одну систему, находящихся на 3-4 гектарах по площади, и эффективно, адекватно обеспечивать их безопасность. Ну, физически это невозможно. Да, то есть сталкиваемся с тем, что, к примеру, штат создан, 10 человек по штату, фактически 1-2 человека. А еще это могут быть и неподготовленные люди. Скажу сразу, те организации, в которых мы были в этом году, они выполнили требования, соответствующие и руководители, и специалисты имеют соответствующее образование в соответствии с требованиями, утвержденное 235-м приказом. Да? Но по общению с субъектами, да, это замечание не попало в акт, но по общению с субъектами КИ мы видим, что до сих пор вы еще не озаботились тем, что нужно работать с обученными людьми. На пленарной дискуссии сегодня говорилось о том, что не хватает специалистов. Коллеги, но если их не хватает, обучайте. Да, вполне достаточно курсов. Реальный специалист достаточно ему 72 часа образования. Да, чтобы хотя бы говорил на том же самом языке, что говорят безопасники. Научите их. Это вполне достижимая цель. Хорошо, есть люди. Да, они обучены, но, к сожалению, не знают, что уже прописано в документах по обеспечению безопасности. Да, то есть они не знают, а что же они должны делать, когда начинаешь общаться с безопасником. Но это малая беда. Большая беда, я напоминаю, что силы обеспечения безопасности, они включают не только подразделения, на которые возложено полномочия по обеспечению безопасности, они включают и те подразделения, которые непосредственно эксплуатируют ваши объекты КИ. И там люди тоже должны быть ознакомлены с документацией, с политиками. То есть они должны знать, куда бежать, если что-то случилось. Кого предупреждать, если возникает та или иная нештатная ситуация. И вот там на местах эти люди почему-то не знают о том, что вообще это объекты КИ. Они не знают, что нужно что-то делать, что нужно сообщить, если та или иная, особенно промышленная система, вдруг стало работать как-то не так, какие-то подозрения возникли. Да? А развитие процесса зачастую происходит быстро. 2-3 недели, как было сказано, сидит нарушитель. А что он будет делать дальше? Да? Может рвануться очень быстро. Поэтому доводите до людей необходимые требования. Учите, тренируйте их. Кстати, эта обязанность также прописана в документах. И, к сожалению, все еще встречаются моменты, когда на безопасников возлагают какие-то непонятные обязанности. Да, так же, как в свое время это было с персональными данными, когда людей из, к примеру, бухгалтерии, да, назначали ответственными за информационные системы персональных данных. Также почему-то некрупные субъекты пытаются сделать и сейчас. Да? То есть сказать, что вот ты будешь заниматься, и неважно, что ты помимо материального обеспечения, помимо там еще чего-то, на тебя еще возлагаются обязанности по АБКИ, а это нарушение законодательства. Не надо так делать. Обеспечивать техническую защиту в целом, да, возможно, но иные обязанности, кроме информационной безопасности, возлагать такие подразделения нельзя. То есть должностных обязанностей это не должно быть прописано. Да? Это те проблемы, которые мы увидели с людьми на предприятиях. Что же происходит дальше с документами? Документы, на наш взгляд, прописаны в требованиях достаточно подробно. Да, там ничего нового такого не появилось. Поэтому в тех организациях, где мы были, стек документов разработан достаточно полноценно. Еще раз напоминаю, нам не важно, как называется документ, нам важно его содержание. Да? Объедините вы все в один большой том или сделайте 25 отдельных книжек. Это все зависит от вашего внутреннего делопроизводства, которое уже принято у вас на предприятии. Вот. Но требования должны быть погружены в ваши организационные документы. Это выполнено. Но контроля за выполнением этим документом нету. Да? То есть разработали, положили на полочку или, к примеру, в цифровом виде где-то хранят. И все. А кто будет это реализовывать?
То есть не знают, как я уже сказала, возвращаемся на предыдущий слайд, безопасники не знают, что им делать. Подразделения, для которых планы, для которых инструкции разрабатываются, тоже не знают, куда бежать. Почему? Потому что они для этих документы. Мало того, столкнулись достаточно смешной и грустной проблемой в том плане, что во многих организациях вводится цифровое делопроизводство. Это не запрещено, коллеги. Да? Если у вас есть цифра, то это очень хорошо. Но в случае, если ваши цифровые архивы будут подвержены атаке и повреждены, сможете ли вы восстановить эти документы? Да, вот те документы, которые определяют ваши политики, ваши правила игры по информационной безопасности. Проведя эксперимент, не нарушая цифровые архивы, а попросив принести нам бумажные оригиналы тех документов, где прописаны правила игры субъекта, мы поняли, что это сделать очень сложно. И поднять эти документы за достаточно долгое время заняло. Поэтому будьте внимательны, не обязательно в бумаге все хранить, да? Но тогда хотя бы знайте, откуда, где взять эти оригинальные копии. Итак, когда вы становитесь счастливыми владельцами значимых объектов Ки, вступаете в клуб любителей Ки, вы должны разработать были планы по реализации тех или иных технических мероприятий, да, то есть постепенно внедрять, мы это допускаем, да, как я сказала, 3 года, на наш взгляд, достаточный срок для реализации этих требований. Так вот, видим, что планы по реализации этих требований, технических требований 235-239 приказов, они почему-то не реализуют. То есть они, да, не составлены, утверждены и положены на полку. Не внедрены те или иные технические мероприятия по, ну, просто необъективным причинам. Да, у любого технической системы, и информационной, и промышленной, у АСУ есть некие технологические окна. Вот в рамках этих окон, когда они останавливаются на обслуживание, можно внедрить в рамках этих окон технические мероприятия. Это почему-то не делается. Да? Разрабатываются ежегодные планы. Разработаны и положены на полку. Сделано что-то, не сделано, тоже непонятно. Поэтому это замечание, это проблема, просьба внимательнее к этому относиться. Если уж вы запланировали реализацию тех или иных мероприятий, выполняйте их. Ну и та проблема, о которой Сергей сказал, я ее подтверждаю, что обязанности у подрядчиков, которых вы привлекаете для обслуживания своих систем, не только в плане информационной безопасности, но и в плане просто обслуживания систем, которые имеют доступ к вашим системам, обязанностей по обеспечению безопасности нету. И гораздо проще сломать какую-то небольшую фирму, которая приходит и обновляет ваш контроллер, и через нее попасть в вашу систему, чем ломать вот ваш такой хороший, защищенный, значимый объект Ки. Ну вот это на самом деле проще. И так, к сожалению, сейчас и идут, как уже сказал Сергей, так и идут нарушители по более простому варианту. А когда мы поднимаем договора с вашими подрядчиками, там даже строчки нету о том, что они должны обеспечивать безопасность каких-то ваших систем. Да, то есть просто приходит человек с каким-то непонятным, странным железом, ноутбуком, втыкает патчпорт в вашу систему, что-то там делает непонятное. А потом мы спрашиваем, почему у нас шифровальщики в станках ЧПУ появляются. Внимательнее с этим. В ближайшее время информационное сообщение на эту тему мы тоже выпустим. Но, как и говорилось, уже обращайте внимание на тех, кого вы привлекаете к управлению своими системами. Еще раз напоминаю, что удаленное управление администрированием систем, оно все-таки запрещено, да, бесконтрольное. Поэтому тоже с этим внимательнее. Итак, понятно, в документах прописали, что-то сделали, что-то не сделали. Какие же замечания фактические, да, по защищенности систем? Наша стандартная проблема – это уязвимости. Уязвимости, которые сидят в ваших системах на протяжении 3-5 лет. Причем уязвимости критичные, уязвимости, о которых говорится неоднократно. Мы приходим, и тем не менее, в ключевых критических узлах, которые стоят на периметре вашей системы, которые мониторят сервера, почему-то эти уязвимости все равно не устраняются. И даже не закрываются никакими организационными мерами. То есть вы можете, хорошо, если это уязвимость какого-то контроллера, да, который нельзя обновить, он уже давно не обслуживаемый, организационные меры сверху реализуйте, почему-то не выполняется, да? Проблема еще в чем, что помимо уязвимости кода, о котором мы говорим, есть еще проблема уязвимости архитектуры, то есть вы строите свои системы так, что в них легко зайти. Ключевые точки почему-то находятся за периметрами ваших систем.
через которые можно попасть. Да, то есть просто огромные дыры остаются, особенно на фоне пандемии, когда большинство сотрудников на удаленке, и когда наши глубоко любимые, уважаемые администраторы пытаются админить ваши системы, промышленные системы из дома, а это еще какие-нибудь промышленные системы определенного уровня опасности, волосы встают дыбом на всех местах. Поэтому, коллеги, когда строите свои системы, планируете новые, модернизируете, обращайте внимание на архитектуру. Она должна быть в том числе безопасна. Настройки средств защиты информации. Хорошо, мы приехали, увидели все инструкции необходимые, как настраиваются системы. Все на бумажке зафиксировано. Приходишь на реальное место, на реальный объект, а почему-то не соответствует. Не только нашим требованиям, но и вашим документам. Почему? Потому что кому-то так было удобно. Потому что что-то случилось, и прямо перед приездом в СТЭК России накатили новую версию, да, из архива, к примеру, да, или просто обновили, настройки полетели, никто не проверил. Внимательнее с настройками средств защиты информации. Ну и почему-то зачастую права доступа абсолютно рандомно раздаются пользователям, непонятно как, непонятно для чего. Объединяются роли администратора безопасности и администратора системы. В общем, полный зоопарк в этом плане, тоже на это нужно обратить внимание, достаточно часто встречающиеся проблемы. В общем-то, те проблемы со средствами защиты, о которых я сейчас вам рассказала, они на самом деле идут очень давно, они идут еще из информационных систем, когда мы рассказывали о государственных системах. Все эти проблемы, они были на виду. Да? И почему-то вот мы надеялись, что ну, наконец-то вот пришло КИИ, пришел сознательный бизнес, а я говорила, что мы приехали к сознательным субъектам. Почему-то все равно мы встречаем вот эти распространенные проблемы. От чего они идут? От руководства, да, как вот говорилось опять-таки на пленарной сессии. Вот. Либо же они идут от несознательности ваших работников. Это другое просто, зависит от субъекта. Да? Но тренировать работников и тренировать руководство, чтобы руководство тоже участвовало в тренировках по безопасности, это также важно и нужно, я подчеркиваю. Потому что давайте не забывать, что средства, люди, документы – это все хорошо. Но, коллеги, время убеждений и рассказов нам, вам, как нужно жить, оно уже заканчивается. Я напомню, что осенью этого года вступил в силу Кодекс об административной ответственности, по которому мы имеем право штрафовать вас, как субъектов КИ, за невыполнение технических мероприятий, а это будет выявлено именно в ходе госконтроля, и за невыполнение требований по категорированию, да, по срокам категорирования. Пока прецедентов не было. Пока мы только направляем предупреждение о том, что, коллеги, возможно такое. Да, некоторые к нам прислушиваются, это работает. Но, возможно, скоро придется перейти уже на другой язык и забыть о предупреждениях. Поэтому давайте сделаем так, чтобы мы не штрафовали вас, вы бы нас ждали как хорошего регулятора к себе в помощь, потому что перед каждой проверкой, естественно, мы стараемся встречаться с субъектами, рассказывать, предупреждать. Не приезжать к вам как снег на голову, как сегодня у нас случилось на улице, да, а все-таки сделать так, чтобы госконтроль помог вам закрыть те ниши и барьеры, которые у вас все еще остались, да, а не для того, чтобы наказать вас и выписать какой-либо штраф. Итак, коллеги, спасибо большое за внимание. То, о чем я хотела рассказать вам, я донесла. У нас есть договоренность о том, что мы сначала сделаем все доклады, да, а потом же мы перейдем к вопросам, коллеги. Поэтому я с удовольствием передаю слово Андрею Выборному, чтобы он рассказал о своей практике реализации. Да, коллеги, добрый день. Я представляю Банк России, Департамент информационной безопасности. Собственно, постараюсь рассказать сегодня о наших подходах к совершенствованию информационного обмена с точки зрения, значит, информационного обмена между банками, не кредит финансовыми организациями, Банком России. Значит, наверное, в своем выступлении я немножко по-другому как бы расставлю акценты по отношению к коллегам и больше поговорю о составляющей такой, как финансовая устойчивость, операционная надежность и влияние вопросов, то есть КТБ, на вот эти показатели. Надо сказать рамочно, что мы, ну, известно, что Банк России, значит, в структуре Банка России есть Финцерт, об этом сегодня говорилось, что это подразделение, в принципе, направлено на то, чтобы оперативно
осуществлять обмен информацией по разным направлениям. Вот. И это, надо сказать, такого рода подразделение, это, в принципе, как бы очевидно, мировой тренд именно для, в том числе для финансовой отрасли, может быть, в первую очередь для финансовой отрасли. Мы достаточно, безусловно, смотрим на наших регуляторов, но мы ориентируемся, среди прочего, на мировой опыт, да, и вот тренд последних, собственно говоря, лет, наверное, да, это тематика киберустойчивости. Эта история продвигается и по киберустойчивости, и по линии там, международных регуляторов финансовых, такие так, как Банк международных расчетов, Базельский комитет по банковскому надзору, на площадке КПРИ, это комиссия по платежам и рыночным инфраструктурам. То есть, в принципе, тематика киберустойчивости, она сейчас как бы в тренде, она, так сказать, в топе. Что за этим стоит, вообще говоря, да? Что мы видим, да? Понятно, что Банк России финансовый регулятор, его интересует больше, так сказать, финансовая составляющая процесса. И вот наше целеполагание вообще, вот с точки зрения и регулирования, и надзора, и деятельности Финцерта, среди прочего, это, собственно, первое, это контроль рисков, контроль тех операционных рисков, которые есть в результате компьютерных, могут быть реализованы в результате компьютерных атак. Нам важно понимать, что в наших поднадзорных не будет, скажем так, инцидентов, которые существенным образом могут повлиять на финансовую устойчивость отдельных организаций. А сейчас, коллеги, кто из банков, знает, что как бы вектор надзора Банка России ориентирован на финансовое объединение, что не будет таких, собственно, инцидентов, последствия от которых повлияют на финансовую устойчивость финансовых объединений. Это вот первая составляющая, да. Второй момент. Недавно появилась тематика операционной надежности, то есть как, собственно, темы, связанные с возможностью проведения операций, возможностью восстановления после компьютерных атак, да, в определенный период времени. И второе, как бы наше направление деятельности, нам важно понимать в рамках, так сказать, нашего регулирования надзора, что не будут существенным образом, так сказать, нарушены показатели операционной надежности. То есть это очень важно для финансового рынка на самом деле. Существует, так сказать, золотое правило в мире, что, значит, собственно, 2 часа на восстановление для значимых систем и расчеты должны быть завершены в течение операционного дня. Иначе, собственно говоря, как бы возникают иные риски. И операционные риски переходят в другие виды категории рисков. Вот. И третий момент, который для нас, наверное, так сказать, в центре внимания, это, собственно говоря, защита прав потребителей. Важно понимать, что наши поднадзорные предоставляли безопасные сервисы, поскольку, так сказать, небезопасные сервисы существенным образом влияют на потери граждан, там, юрлиц и так далее. Вот. И вот эта тематика, на самом деле, три вот эти направления, финансовая устойчивость, операционная надежность, защита прав потребителей, она на самом деле существенным образом завязана на тематику управления операционным риском в кредитных организациях, да и в первую очередь в кредитных организациях, да и в принципе не кредитных, финансовых организациях тоже. Ну, в контуре нашего такого внимания все-таки кредитные организации в первую очередь. Значит, кто работает в банках, коллеги, наверное, так сказать, знают и где-то даже очень внимательно уже читают. 716-е положение есть такое Банка России о системе управления операционным риском. И вот, собственно говоря, это положение вводит ряд показателей, значит, так называемые ключевые показатели управления риском, которые по большому счету определяют, ну, скажем так, те потери, те простои, тот уровень фрода, который организация себя принимает в рамках корпуправления. И здесь нам важно понимать, и эта информация будет постепенно, значит, предоставляться в Банк России. На основе этой информации Банк России планирует, собственно говоря, выстраивать свою надзорную практику и регуляторную практику. И важно понимать достоверность этих результатов. Важно понимать адекватность оценок с точки зрения установления этих показателей. То есть важно понимать, что те показатели, которые банки сами для себя установили, они соответствуют действительности, что не будет такого, собственно говоря, инцидента, который приведет к превышению этих показателей, собственно, и будут серьезные проблемы, как с точки зрения надежности или финансовых, там, или какие-то финансовые потери, которые существенным образом влияют на финансовую устойчивость, и банку не хватит капитала. Поэтому этот вопрос очень важный, и здесь происходит такая вот смычка, скажем так, технических вопросов, о которых коллеги говорили, да, собственно говоря, и экономических показателей.
И вот эта тематика, она на самом деле достаточно серьезная, и на наш взгляд, вот эта тема, она связана в первую очередь с качеством управления риском, что является элементом корпоративного управления. И, собственно, в рамках нашей работы мы развиваем тему вовлечения менеджмента, так сказать, в проблему информационной безопасности. Значит, цифровизация приводит к тому, что коллеги об этом говорили уже так достаточно рамочно, что вы фактически в банковском секторе или финансовом секторе особенно, так сказать, остро это чувствуем, что, по сути, цифровизация, она смещает основные риски в сторону опер-риска в определенной мере. И сейчас опер-риски фактически становятся, так сказать, в контуре нашего такого очень внимательного, так сказать, анализа. И, собственно, финансовая устойчивость, операционная устойчивость, как элемент корп-управления, значимым образом зависит от кибербезопасности. И вот как провести вот эту вот смычку между, собственно говоря, техническими вопросами, силами, средствами, которые отданы на информационную безопасность и, собственно, влияние на показатели, это вот достаточно важный вопрос, который раскрывается в рамках положения об операционных рисках, 716 положении. Причем есть инфобмен, скажете вы, да, собственно говоря, к чему все это рассказываю, что вот надо сказать, что таким ключевым, наверное, одним из ключевых элементов киберустойчивости, помимо всего прочего, это в наших документах и в иностранных, так сказать, повсеместно прослеживается, это так называемый процесс ситуационной осведомленности. То есть наличие компетентного персонала и наличие своевременной актуальной информации о технике, тактике и процедурах реализации компьютерных атак. То есть в нашем понимании, в нашем представлении, такая информация должна быть, собственно говоря, у наших поднадзорных, причем, так сказать, глобально, скажем так, да, доступно, причем оперативно. С одной стороны, должны быть, естественно, силы, то есть люди компетентные, которые могут эту информацию обработать, и системы, которые могут эту информацию быть загружены для того, чтобы эти атаки предотвратить. Вот. Вот эта вот ситуационная осведомленность, она как бы предполагает, на самом деле, в нашем понимании, что все-таки Банк России как бы это берет не из воздуха, а, собственно говоря, те атаки, которые, или там какие-то неприятные события, связанные с компьютерными инцидентами, с инцидентами защиты информации, если они случаются у наших поднадзорных, собственно говоря, и являются событием операционного риска, то информация об этих вот собственных атаках, она должна поступать, и это нормативно закреплено в Банк России. Значит, нормативную как бы подпорку вот этому, или нормативную или правовую базу вот этому процессу создают ряд положений. Первое, это то 716 положение, о котором я уже говорил, в рамках которого предусмотрено, что события операционного риска должны регистрироваться, собственно, в банках. И определенным образом вот эта регистрация должна быть определенная классификация этих событий. Значит, положение начинает от 716 полноценно работать, начиная с 1 января 2022 года, то есть с Нового года, собственно. И мы рассчитываем, что банки будут аккуратно, собственно, регистрировать события операционного риска, аккуратно классифицировать эти события. Вот, и информацию о тех событиях, которые вызваны, собственно говоря, проблемами ИБ и связаны как с компьютерами, связанные как с финансовыми потерями, так и с инцидентами операционной надежности, будут поступать в Банк России по определенному формату. И в этой связи мы достаточно активно сейчас пытаемся совершенствовать, значит, наш информационный обмен. И, как бы, наверное, таком, одним из основных элементов является совершенствование форматов обмена информацией. У нас есть достаточно давно существующий стандарт отраслевой 1.5, ISO 1.5, который описывает, собственно, формат обмена информацией, мы сейчас в активной стадии его присмотра. И вот одним из таких основных блоков, собственно говоря, этого стандарта, первым блоком, это вот, о котором хотел сказать, это, собственно говоря, инфообмен и сбор информации и раздача, собственно говоря, после обработки в банке, инфообмен о тактиках, техниках и процедурах реализации компьютерных атак, которые явились, скажем так, или были источником событий операционного риска. То есть и в рамках нормативных актов 716 положений, и в тех документах, которые, так сказать, описывают, в методологических документах, способы классификации атак, эти вещи прописываются. То есть фактически картина в нашем представлении выглядит таким образом, что есть нормативные требования по регистрации такого рода инцидентов в рамках 716 положения, есть нормативные требования по классификации событий,
И вот, собственно, если такого рода событие произошло, она нашла отражение в базе данных событий операционного риска, и эта информация должна быть предоставлена в Банк России в определенные сроки. Для того, чтобы мы, как Финцерт, могли эту информацию обработать, собственно говоря, и распространить эту информацию другим организациям, безусловно, в безличном виде, для принятия вот такого рода превентивных мер по предотвращению такого рода атак. Нам кажется, это очень важная тема. Она как бы... У нее есть еще одно, так сказать, применение, значит, вот этой информации, которую мы всемерно будем называть обмен, значит, это тематика киберучений. Да? Значит, киберучение — это как такой тренд в последнее время у нас появился, так сказать, в околонадзорной практике, да? Когда мы пытаемся путем, ну, на период пандемии, пока мы проводим тейбл-топ, так сказать, эксерсайза, да, но в перспективе планируем с выходом в наши подназорные рамки киберучений провести определенную оценку реализации, возможности реализации тех или иных актуальных атак, которые актуальны для или характерны для инфраструктуры нашей подназорной, и, то есть, оценить вероятность того, что это может произойти, такого рода атака. И второй момент — оценить, и это тоже, кстати, один из мировых трендов, оценить процедуры реагирования и восстановления, детектирования, реагирования и восстановления на такого рода атаки. То есть суммарно, собственно говоря, мы пытаемся понять и оценить экспертно, какие в пределе потери могут быть у нашей поднадзорной, какое в пределе время восстановления может быть по базовым банковским или там финансовым сервисам. И если, собственно, этот показатель, скажем так, наша оценка, значит, не совпадает с теми показателями, которые сам банк для себя установил в рамках реализации процедуры управления операционным риском, для нас это фактор, что, собственно говоря, значит, что-то с оценкой оценка неадекватная, и, наверное, в какой-то мере процедура управления операционным риском реализуется в недолжной степени. То есть вот это вот инфообмен, он как бы, он направлен для того, все-таки для того, чтобы для банков эту информацию современно доводить. И, собственно, для того, чтобы как бы оценивать банкам, в первую очередь самим, оценивать, собственно, свои, значит, риски, скажем так. И это очень важно. И в этой связи мы как бы рассчитываем на то, что все-таки инфообмен этот будет как бы совершенствоваться, эффективность его будет повышаться. Это первое направление, так сказать, совершенствования нашей работы. Вторая тема – это тема, связанная с осуществлением перевода без согласия клиента. Ну, коллеги из банков знают, что, собственно говоря, Банк России по закону, по 161 федеральному закону, является организацией, которая, значит, ведет так называемую базу данных об операции без согласия, да, в которой фиксируются определенные данные. Эти данные раздаются Финцертом, например, так называемые ФИДы, периодически в сторону наших поднадзоров, в сторону банков. И есть определенный режим обмена этой информацией, он нормативно закреплен, есть такой 40.26.U нормативный, который определяет порядок обмена информации. И вот этот порядок, он как бы специально выведен из режима нераспространения банковской тайны. И возникает ситуация, что, значит, ну, сегодня уже об этом говорил, что, безусловно, основным, так сказать, это в отчетах Финцерта, кто читал, написано, до сих пор основным, так сказать, трендом остается социальная инженерия, да, вот эти обзвоны. И на самом деле мы пытаемся повысить качество и эффективность этого информационного обмена. Мы рассматриваем тему проработки реализации инфообмена с точки зрения выявления цепочек. Да? Значит, для того, чтобы лица, которые задействованы в осуществлении перевода денежных средств, как бы попадали в эту базу несанкционированных переводов, и эта информация об этих лицах доходила до, собственно говоря, наших банков, для того, чтобы эту информацию загружать им в эти фрод системы. Вот. И здесь, конечно, нужно повышение скорости, безусловно, и по этому направлению мы работаем. И второй момент, собственно, значит, мы пытаемся делать, скажем так, существенным образом как бы осложнять вывод денежных средств тем лицам, которые, так сказать, участвуют в, собственно, цепочках вывода. То есть, и вот второе направление, по которому мы совершенствуем и будем совершенствовать наши инфообмены, это, собственно, цепочки вывода денежных средств и, так сказать, включение, собственно, лиц, которые участвуют в этих инфообменах, в эту базу данных несанкционированных переводов, для того, чтобы существенным образом затруднить и осложнить, скажем так,
их возможности по выведению тех средств, которые были списаны с счетов, в первую очередь, там, граждан. Да? Вот. Это вот второе такое направление деятельности. Третья тема, связанная, безусловно, с темой взаимодействия с госсобкой. Мы продолжаем себя как бы видеть как некого хаба, так сказать, обеспечивающего взаимодействие, так сказать, госсобки и, значит, нашего организации финансового рынка. Вот. Поэтому с учетом того, что происходит трансформация форматов определенных по обмену с госсобкой, да, там есть нововведения, мы должны это дело отслеживать, собственно, все, и своевременно, собственно, как бы менять наши стандарты обмена для того, чтобы соответствовать тем требованиям, которые есть со стороны госсобки. Поэтому, собственно говоря, вот три основных направления, которые я сказал, то есть обмен информацией о событиях операционного риска и вызванных компьютерными атаками, которые привели к финансовым потерям или к потерям, или к событиям нарушения операционной надежности, инфообмен с точки зрения реализации антифрода и взаимодействия с госсобкой является как бы нашим вот таким, значит, приоритетом, и мы над этим достаточно плотно работаем. Значит, как организована работа у нас, да, значит, ну, эту работу мы начали достаточно давно, по-моему, год назад, мы уже примерно в районе года, значит, достаточно плотно работаем над этим стандартом, вот, у нас было образовано три рабочие группы, значит, мы, как бы, вначале провели большие встречи со всеми банками, как бы, образовались инициативные группы, в рамках этих инициативных групп мы отрабатывали тексты, сейчас, собственно, текст стандарта в какой-то мере есть, так сказать, зафиксирован, да. Вот. И мы, так сказать, планово готовимся к его принятию, но перед этим решили провести повторно такое широкое обсуждение. Разослали порядка 40 там, или 50 организаций этот материал, и сейчас как бы ожидаем обратную связь. Значит, после этого, собственно говоря, пойдем по процедуре в рамках нашего технического комитета стандартизации с последующим утверждением стандарта и там, адаптации системы для указанного инфообмена. Да, если кратко, то вот примерно так выглядит наша работа. Готов ответить на вопросы вот в рамках сессии вопросов и ответов. Спасибо, коллеги. Коллеги, у нас на этапе подготовки, собственно, к проведению СОК-форума на сайте был организован прием вопросов регуляторам. Вопросов поступило достаточно много. На все мы, безусловно, ответить, к сожалению, вот сейчас в рамках нашей сессии, в рамках отведенного времени мы возможности не имеем, поэтому отобрали наиболее, на наш взгляд, такие актуальные, злободневные вопросы, которые там некоторые повторялись, да, поэтому сейчас будут выведены вопросы, которые отобраны, на них мы, собственно, ответим на эти вопросы, ну, если останется время, тогда еще есть у нас в зале микрофон. Там уже посмотрим по времени. Значит, ну, собственно, наш первый вопрос. Почему метод рекомендаций по реагированию на компьютерные инциденты не опубликован и что там скрывать? Ну, не все вопросы можно обсуждать открыто и публично. Есть определенные моменты, нюансы, которые, ну, не выносятся на публичное обсуждение, но при этом все наши методические рекомендации по соответствующим запросам мы направляем, никому еще не отказывали. Почему выпустили бюллетень? Да, был у нас такой бюллетень, использовали мы идентификаторы техник и тактик, согласно Дмитрию. Почему не методика оценки угроз в стек? Ну, потому что данный отчет не призван был, собственно, попытаться оценить угрозы, да, и написать модель нарушителей угроз по методическим рекомендациям в стек. Это та самая, можно сказать, вот, для оценки угроз по стеку, по стековским методическим рекомендациям, это те самые первичные материалы, которые, опять-таки, в рамках методических документов стек могут быть использованы для того, чтобы разработать свои базовые документы. Поэтому мы старались как раз как можно более шире охватить с точки зрения именно первичной информации для всех тех, кому этот бюллетень был предоставлен. Достаточно интересный вопрос, да, что в себя включает меры по обнаружению, предупреждению, ликвидации последствий компьютерных атак.
Ну, в каждой организации, я думаю, уже надеюсь, по крайней мере, да, что эти процессы организованы. И в зависимости от того, какая у вас система, от того, собственно, что она из себя представляет, какова ее архитектура, и надо смотреть и формировать конкретные меры под конкретный объект. Сказать, написать там какой-то универсальный документ о том, что вот это и все, ну, мы на это идем, вот определенный перечень мер каких-то, да, мы отчасти идем на это, наверное, даже умышленно, потому что как только зажмешь в рамки, сразу же начнут говорить, а мы все выполнили, а вот этого нам не говорили выполнять. Коллеги, вот этими всеми вопросами, вот этими процессами, да, мы говорим о процессах именно, обнаружение, предупреждение, ликвидации, обнаружение, ликвидации последствий компьютерных атак, надо заниматься. Надо заниматься комплексно, надо заниматься системно и надо заниматься применительно к своей системе. Безусловно, изучать, а что есть у других коллег. Посмотрели то, о чем мы говорили на дискуссии, да, для чего предоставлять материалы по реагированию, делиться опытом и знанием, для того, чтобы на себя примерять. А достаточно ли наших мер, которые мы уже принимаем к своей системе, для того, чтобы обнаружить вот эту компьютерную атаку, для того, чтобы выявить вот этот компьютерный инцидент. Поэтому универсального ответа, вот что включает в себя меры, исчерпывающего ответа, такого нет. Значит, профобразовательный стандарт, именно ограничительную пометку его распространяет Минтруд. Значит, обращение для получения этого профстандарта необходимо писать на Министерство труда. Они направляют нам запрос на разрешение распространения, там, на направление этого документа в запрашивающую организацию, и по нашему разрешению этот документ предоставляют. У нас такая практика была, ну, кому отказали, по какой причине, наверное, может напрямую к нам обратитесь, давайте мы попробуем этот вопрос решить индивидуально. Значит, как уже было сказано на пленарной дискуссии, значит, сейчас нормативная правовая база, она создана. Она достаточна для того, чтобы, собственно, по ней работать. Работать по направлению государственной системы обнаружения и предупреждения компьютерных атак. И мы сейчас на самом деле ожидаем, то, что я тоже говорил уже, это более активного включения вас в работу системы. Более активного и продуктивного включения в работу, более обширного включения в работу. Значит, что касается, на что следует ориентироваться, вот это вопрос из разряда, дайте мне волшебную кнопку, да, которую вот я сейчас нажму, и у меня все станет хорошо. Ну, я вот так вот расцениваю лично. Нет универсальной таблетки, коллеги, нет универсального набора средств защиты информации, которые можно было бы вот себе написать, применить, внедрить, точно так же, как с мерами, да, и это реализовывать. Свою систему защиты надо постоянно совершенствовать, свою систему защиты надо постоянно испытывать, ну, испытывать не в прямом, там, может, кто-то подумает в смысле слова, а испытывать на предмет того, вот, а могу ли я обнаружить вот этот инцидент опубликованный? А могу ли я противодействовать вот этой угрозе, которую выпустили в бюллетене, не знаю, НКЦКИ, еще кто-то? А достаточно ли я принимаю мер? А достаточно ли моих сил и средств, о которых тоже Елена Борисовна говорила, да? То есть система защиты, она должна жить. Процессы обнаружения, предупреждения, ликвидации последствий компьютерных атак, они должны постоянно, с точки зрения вот наполнения, живого наполнения, они должны постоянно совершенствоваться. Постоянно. Они не должны замереть своей какой-то изначальной позиции. Надо смотреть по сторонам, надо смотреть, что происходит, надо смотреть на актуальные угрозы. Исходя из этого, модернизироваться, жить, развиваться. —
Каковы практические рекомендации по категорированию для некрупных предприятий промышленности, в частности химической промышленности, производства порошков, мыла, шампуней, где информационные системы не управляют опасными процессами и по финансовым показателям предприятия не попадает в категорию значимости. И даже выход из строя всей инфраструктуры на месяц не приведет к значимому ущербу, а бюджет не позволяет создать информационную безопасность, службу информационной безопасности или оплачивать аутсорс. Ну, коллеги, смешано здесь все. Значит, во-первых, какие рекомендации выполнять? Рекомендации требований 128-го постановления правительства. Да? То есть рассмотреть. Не нужно скатываться на бюджетное. Да? Если вы не крупное предприятие, то, возможно, целесообразно рассматривать как раз не финансовый ущерб. Это 8-й и 9-й показатель. Если, там, к примеру, к некрупному банку переходим, 10-й показатель. Если мы говорим о химической промышленности, то, возможно, ваше предприятие опасно. И в ходе производства, ну, к примеру, шампуня, да, не знаю, что вы туда мешаете, возможно, некие вредные выбросы. Да, эти вредные выбросы могут повлиять на экологию, экологический показатель, да, они могут повлиять на здоровье ваших работников. Да, а у нас первый показатель, ущерб жизни и здоровью людей, включает в том числе и ущерб здоровью работников. Если же ничего не случится, и вы не крупное предприятие, у вас нет этого опасного производства, то вполне вероятно, что вы и не будете являться владельцем значимого объекта. Просто нужно правильно, грамотно и честно оценить по всем показателям. Да? В первую очередь оценить, а какие же показатели к вам применимы. Да, когда, к примеру, медицинская организация категорируется по банковскому показателю, это нонсенс. Да? Или, к примеру, организация, которая производит мыло, категорируется по государственному оборонному заказу. Да, возможно, вы не крупное предприятие, которое участвует в обеспечении международных договоров или межведомственных договоров. Тоже возможно, если вы не произведете свое мыло или свои порошки, этот договор будет нарушен. Да, нужно смотреть в каждом конкретном случае и отталкиваться от условий функционирования вашего предприятия. Если возникают вопросы и непонятно вообще, как же реализовывается 28-е постановление, ну, обращайтесь в Австек России. Есть наше территориальное управление, которое вам подскажут, помогут, в том числе, кстати, и по химической промышленности. Вот в течение этого года проводили заседания во всех округах. Большинству субъектов химической промышленности были направлены соответствующие письма уведомления, и те, у кого были вопросы, они уже к нам обратились и им объяснили, как в том или ином случае действовать и на что обращать внимание. Поэтому, пожалуйста, коллеги, мы всегда готовы к диалогу и к разъяснению тех норм, которые в нашей компетенции находятся, вам непонятны. Так, следующий вопрос. Необходимо ли относить какие HMI-терминалы, входящие в состав станков? Если с них снимаются показатели производительности, осуществляется мониторинг, но дистанционное управление не предусмотрено. Стоит ли планировать отказаться от сбора данных для вывода этой информационной системы из-под КИИ и снижения вероятности санкций от регуляторов? Ну, коллеги, еще раз, регуляторы, наша цель не ввести санкции против вас и наказать вас, да, мы об этом неоднократно уже говорили, цель помочь защитить действительно критичные точки, из-за которых может быть существенный ущерб. Так, необходимо ли относить терминалы к объектам КИИ? Да, это информационные автоматизированные системы управления, которые управляют вашими станками, производством. По определению, это объект КИИ. И здесь возникает вопрос, который, к сожалению, очень часто мы разъясняем промышленным организациям. Коллеги, если вы собираете некую информацию, то для чего вы ее собираете? Скорее всего, на основании нее принимаются некие решения. Управленческие решения. Возможно, оператор принимает решение увеличить скорость производства, к примеру, на этом станке, или уменьшить, выслать ремонтную бригаду или не выслать. Поэтому вот эти обеспечивающие системы, которые вроде бы ничем не управляют, но на основании их показаний или аналитики их показаний принимаются решения, они зачастую тоже являются достаточно критичными. И при нарушении их показаний чаще всего не выход из строя будет критичен таких систем, а подмена информации в этой системе, неправильное принятие решения оператором. Вот отсюда пойдут существенные угрозы, в том числе, если мы говорим, к примеру, о станке, да, вполне возможно, что и неправильное производство целой партии продукции.
Поэтому, отвечая на вопрос, да, категорировать надо, нужно рассматривать все сценарии, в том числе влияние этой системы, решений, принимаемых на основе этой системы, в целом на деятельность либо конкретной линии производящей, либо вашего предприятия в целом. Потому что, когда начинаем разбираться, ущерб именно от неправильной аналитики бывает гораздо существеннее, чем если просто система встанет и не будет работать. Вопрос Банку России. Можно ли как-то ускорить процесс импортозамещения? Будет ли государство более активно инвестировать в новые проекты ПИБ? Ну, у нас с точки зрения импортозамещения есть определенный как бы трек основной, которым мы занимаемся. У нас одна из таких задач, скажем так, да, обеспечить бесперебойность и такой, скажем, технологический суверенитет нашего платежного пространства в первую очередь, причем розничного. И в рамках цифровой экономики у нас есть большой трек по, собственно, переходу до 2024 года, собственно, на отечественное оборудование, которое применяется, так сказать, в узлах, в банках и в узлах платежных систем, розничных платежных систем, карточных систем в первую очередь. Значит, эта работа достаточно давно началась, то есть наше целеполагание основное, да, в этом направлении — это реализация наших нормативных требований по этому вопросу уже установлены. То есть в рамках требований Банка России предусмотрено, что, собственно говоря, до 2024 года необходимо в первую очередь внедрить отечественные ХСМ в рамках именно, собственно, проведения платежных операций. На наш взгляд, это в какой-то мере обеспечит, так сказать, вот, собственно, уверенность в том, что у нас розничные платежи будут, так сказать, доступны нашим гражданам. Это вот наша основная, как бы, так сказать, основная задача. Она очень сложная, на самом деле. Вот. Но мы с участниками рынка пытаемся ее решать. То, что касается иных, собственно говоря, значит, вопросов с точки зрения импортозамещения, то мы, на самом деле, активно участвуем в деятельности Минцифры по разработке соответствующих нормативных актов. Собственно, наша позиция заключается в том, что, конечно, нам необходимо постепенно, да, импортозамещаться по, собственно говоря, ключевым, так сказать, технологиям. Но, собственно говоря, у нас здесь должен быть определенный компромисс, об этом много на разных конференциях говорилось, да, что, конечно, с одной стороны, мы должны обеспечить некий такой технологический суверенитет, а с другой стороны, мы должны сохранить и, так сказать, в какой-то мере приумножать, значит, и не должны потерять, скажем так, определенный бизнес-преимущество. Да? То есть здесь должен быть определенное, так сказать, равновесие, да, чтобы вот это импортозамещение не являлось, так сказать, причиной потери конкурентных преимуществ. Поэтому мы очень аккуратно на этот процесс смотрим. Да? Ну, собственно, мы считаем, что, как бы, действительно это важный тренд, да? Мы его поддерживаем, но с точки зрения, собственно, именно сохранения вот такого, вот, собственно говоря, и не потери бизнес-преимуществ, которые есть у наших там организаций по ряду направлений. Вот. Следующий вопрос, если можно. Да, значит, ну, честно сказать, здесь написан вопрос актуализации. Значит, по большому счету, пока актуализировать особо нечего. Планируется разработка, собственно. Сейчас мы в стадии разработки профстандарта. Мы достаточно, где-то примерно полтора года назад начали работу с рынком по разработке профстандарта. Значит, собственно, специалисты, руководители в области Б для организации кредита финансовой сферы. Да, мы потратили много сил на это дело. Собственно говоря, сейчас мы находимся, по нашим оценкам, в финальной стадии согласования этого документа. У нас есть согласование, собственно, регуляторов, у нас есть положительное заключение, значит, рынка. Собственно, мы ожидаем, собственно, окончательного решения Министерства труда по этой тематике и, собственно, рассчитываем, что профстандарт выйдет в ближайшее время. За профстандартом мы видим действительно разработку ряда образовательных стандартов, программ переподготовки и так далее. Кроме того, мы, как Банк России, достаточно много сейчас работаем, значит, с вузами. Да, у нас есть ряд там двухсторонних взаимодействий с рядом ведущих вузов
значит, с точки зрения подготовки именно специалистов по обеспечению ИБ именно для кредита финансовой сферы. И такая публичная деятельность достаточно такая, тоже такая большая, это работа с молодежью. Да, у нас, собственно, в Сириусе есть финтех-хаб, где мы отбираем талантливую молодежь, собственно говоря, и проводим там практические занятия. Уже у нас достаточно такой большой опыт в этом направлении есть. Поэтому, вот, собственно говоря, тематика связана с образованием, да, подготовкой специалистов, работа с молодежью. Такая одна, собственно, из наших таких основных, наверное, видов деятельности. Мы этим занимаемся и надеюсь, что дальше будем заниматься, так сказать, и расширять эту деятельность. Да. Спасибо. Коллеги, осталось немного времени. Там был вопрос к стеку, да, понимаю? Здравствуйте. Сианов Виталий, Ростелеком Солар. Вопрос. Елена Борисовна, по итогам проверок были ли пересмотры итогов категорирования, то есть повышение категории, понижение категории или предписание присвоить категорию тем объектам, которые ушли, там, скажем так, от категорирования? А вас-то волнует как субъекта Кии? Не, меня как эксперта. Насколько я знаю, пока еще нет. Как эксперта, но мы уже говорили, что вообще-то за категорирование отвечают непосредственно субъекты Кии, все привлеченные эксперты, да, это экспертное мнение, которое мы не учитываем. И считаем, что все-таки основное должен сказать субъект. Я могу сказать, что гораздо больше у нас пересмотров по представлению сведений, то есть на первичном этапе. Да? И наша цель именно на этапе категорирования, когда нам представляют сведения, максимально точно сделать категорию, чтобы субъект внедрял уже в свои системы необходимые меры защиты, потому что, как вы помните, в соответствии с нашими требованиями, достаточно существенное будет различие по затратам на реализацию системы защиты для первого и для третьего уровня. Вот, поэтому наша задача сделать именно вот на этапе категорирования максимально точную категорию. Скорее, категория пересматривается при модернизации систем. Вот здесь происходит достаточно часто развитие систем и увеличение категорий из-за того, что система разрастается. Да? Системы жизненные, они живут, дышат, меняются. Это абсолютно нормально. А можно еще вопрос про модель угроз и модель нарушителя? Вот сейчас вышла новая методика, да, насколько вы смотрите правильное составление этой модели угроз, модель нарушителя и ее корреляцию с системой безопасности для ЗУКИИ? Методический документ, который выпущен в начале года, действует в первую очередь на создаваемые системы и на те модели угроз, решение о разработке которых принято после принятия данного документа. В случае, если модель угроз, и это написано в самом документе, информационном сообщении в СТЭК России, соответственно, если модель угроз была разработана до внедрения этого документа, до вступления его в силу, то допускается переработка ее уже после модернизации системы. Что такое модернизация системы? В наших документах данное определение приведено. Соответственно, модернизации не было, если не было, то тогда допустимо разрабатывать, жить по старой модели угроз. Но, естественно, мы смотрим, а старой модели угроз, все ли угрозы охвачены? И вот если мы выявляем, что некие угрозы, а чаще всего это угрозы, связаны с какими-то технологиями, о которых почему-то забыли, да? Вот здесь, естественно, это будет являться нарушением и несоответствием системы защиты требованиям наших документов. Спасибо большое. Комаров Валерий, ДИТ города Москвы. Один вопрос общий к НКЦКИ и СТЭК, второй к НКЦКИ. Первый общий вопрос по госконтролю значимых объектов КИИ. СТЭК проверяет выполнение 239-го приказа в СТЭК, в котором указано, что реагирование на компьютерные инциденты субъектом КИИ осуществляется в соответствии с приказами ФСБ. Соответственно, вопрос, насколько глубоко вы проверяете, как СТЭК, выполнение приказов ФСБ и как здесь задействовано НКЦКИ? Все вопросы госрегулирования определены в 187-м законе в соответствующей статье. Совершенно верно. И 162-м постановлением правительства, которое определяет непосредственно госконтроль. Поэтому, ну, если есть пожелание, когда дойдет дело до ДИТа Москвы, мы можем проверить глубоко и совместно. То есть вы не подтверждаете, что вы проверяете выполнение, как субъект КИИ реагирует на компьютерные инциденты при проведении госконтроля по опыту этого года? По опыту этого года я сказала, что мы смотрим все требования, которые указываются в СТЭК России в соответствующих наших документах. Естественно, если у нас есть некие требования, которые связаны с НКЦКИ, они будут рассмотрены в рамках соответствующих мероприятий. Я понял. Вы проверяете выполнение 75-го приказа в СТЭК?
при проведении госконтроля. В случае, если 75-й приказ в СТЭК, под этот приказ подпадает организации, естественно, он проверяется. С учетом тех требований, которые в нем указаны, и на те системы, на которые он распространяется. Я понял. Спасибо большое. Вопрос МКЦКИ. Опубликован проект изменений в 282-й приказ ФСБ, по которому субъекты КИИ обязаны направить в достаточно сжатый срок планы реагирования на компьютерные инциденты в отношении значимых объектов КИИ. Можете вы прокомментировать замысел, для чего это делается и с какой целью НКЦКИ собирает эти планы? И второе, будет ли это касаться требования после утверждения приказа на планы, утвержденные до даты утверждения данного приказа? Вся необходимая информация размещена на сайте правовой информации. Если у вас есть какие-либо предложения по внесению изменений конструктивные, то воспользуйтесь, пожалуйста, соответствующим механизмом и направьте их в наш адрес через официальный сайт. Механизм уже закрыт, этап общественного обсуждения закончен. Это раз. Во-вторых, тяжело давать конструктивные замечания, не понимая замысла. Пояснительная записка была размещена на сайте. Спасибо. Здравствуйте. МИАД Саратовской области, Минздрава области, Раскин Анатолий. Вопрос по поводу хранения документов по... Ну, это к регуляторам, наверное, и к Елене Борисовне, и к Сергею. По поводу хранения в электронном виде. Вот, допустим, у нас разработана система управления организационно-распределительной документацией, в которой актуализируют эту информацию и свои документы, все подведомственные, там, 110 учреждений области. Значит, соответственно, есть ли какие-то нормативные акты или положения, которые позволяют однозначно хранить это все в электронном виде, обновлять их при возможности использования там ЭЦП, например, к этой системе, она там на базе Директума у нас сделана. Вот такой вот вопрос, потому что, ну, это актуально, потому что на объеме большого количества учреждений, постоянной актуализации, постоянных новых каких-то изменений в техпаспорт, в ряд других документов УРД, это распечатывать совершенно невозможно. В наших документах, если вы их читали, есть отсыл о том, что вся необходимая документация разрабатывается с учетом внедренного дела производства соответствующего субъекта ЭКИ. Поэтому это вы определяете, каким образом их хранить, как, и вы обеспечиваете их соответствие реальной ситуации. У меня другой вопрос. Если вы постоянно меняете свою систему защиты, а вы уведомляете в СТЭК России о том, что эти изменения постоянно вносятся? Если это так часто и так много? Нет, мы коллеги, являемся... не забывайте об этом. Мы не являемся значимым, во-первых, объектом КИИ нашей информационной системы, а вот так как, значит, негативных последствий, оно все задублировано. И все поправимо. Спасибо. И, собственно, тогда вот к Сергею вопрос. То есть СТЭК, как ФСБ, как смотрит на... В принципе, тот объем документов, который мы в соответствии с 17-м приказом разрабатываем, тоже это возможно так делать? То есть хранить в электронном... Но мы не являемся регулятором в рамках 17-го приказа. 17-й приказ в СТЭК. Да. Ну, собственно, я так понимаю, что мы можем вести в электронном виде, да, документацию? Это не запрещено, если предусмотрено вашим делопроизводством. Спасибо. Коллеги, добрый день. Ирина Кевитер, компания «Киберзащита». Мы все знаем, что основным трендом для злоумышленников является supply chain. Это с одной стороны. С другой стороны, в своем докладе Сергей Викторович представил информацию о тех объектах, которые подключены к НКЦКИ, или те, которые получают услуги от ведущих компаний. Вот в этом разрезе вопрос. Есть ли понимание реального состояния информационной безопасности тех компаний, которые не готовы платить за услуги, с одной стороны, и есть ли какие-то выработанные методы по повышению реальной безопасности таких компаний? Уточните, пожалуйста, свой вопрос. Ну вот смотрите, я цепочку пытаюсь построить. С одной стороны, есть supply chain, в нем используются компании, собственно, подрядчики, о безопасности которых никто не знает ничего.
Есть ли у регулятора какой-то понятный механизм противодействия supply chain путем повышения безопасности таких компаний, которые не получают услуг по мониторингу? Ну, все вопросы безопасности регулируются не нами. Вопросы безопасности регулируются в СТЭК России, вопросы защиты информации. В своем выступлении, наверное, Елена Борисовна больше пояснит, да? Елена Борисовна об этом упомянула, о том, что надо делать. Коллеги, все это регулируется как минимум гражданско-правовыми отношениями между вами и подрядчиками, которых вы привлекаете. Спасибо. Вопрос Елене Борисовне. Елена Борисовна, нет ли у регуляторов в планах обнародование реестра субъектов, как это сделал Роскомнадзор. А с какой целью вы интересуетесь? А вот смотрите, Сергей Викторович в своей презентации... Вы представитель какой компании? А, прошу прощения, Александр Жестков, группа компании «Акрон». Сергей Викторович в своей презентации упомянул, и вы сослались на это, да, о том, что было бы очень полезно иметь в документах подрядчиков строчку о том, что они будут выполнять требования безопасности, да, чтобы через маленькую компанию не утекли данные. Нам бы, бизнесу, я не про государственную сейчас компанию говорю, да, про бизнес было бы интересно иметь реестр, в котором можно было бы посмотреть, является ли компания субъектом, проверена ли она регулятором, соответствует ли она, там плохая проверка была или хорошая проверка была. В целях бизнеса не планируем. То есть не планируете обнародовать этот реестр в конце концов? Нет. То есть не субъектов, не ЗОКи реестр, правильно, а просто реестр именно самих субъектов. Реестр субъектов определен законом. Любая организация, осуществляющая деятельность в одной из 13 сфер, является субъектом КИИ. И, коллеги, если вы хотите спросить организацию, если хотите узнать, а субъект ли она, а посмотрите, чем она занимается. Субъект ли и поэтому, прошел отвечая ли этот на ваш субъект, вопрос, нет, не планируем. Понял, спасибо. На этом, коллеги, тогда предлагаем завершить нашу сессию.